«Русские новости». Сегодня мы поговорим о культуре, что, в общем-то, мало кого интересует, но почему-то всеобщим чувством от просмотра всероссийской премьеры фильма «Викинг» всех стошнило, хотя этот фильм спонсировался непосредственно Кремлем, и считалось, что это такая историческая реконструкция русской предыстории или основ русской государственности. В результате фильм получился антигосударственный, антиэстетический, отвратительный по своему сюжету и тем деталям, которые полностью, абсолютно выдуманы и взяты из одноименного сериала «Викинги», который также не имеет никакого отношения к реальности, просто фэнтези на темы истории. Придуманная история. Также и нам пытаются навязать придуманную историю, которая вроде бы по сюжету совпадает с летописной, но по всем деталям является посягательством на русскую историю, ее разрушением. Видимо, следующим чувством всеобщей тошноты будет фильм «Матильда», который также спонсируется Кремлем и лично Владимиром Путиным, который выступил в защиту этого фильма, и фактически он является главным режиссером, и все претензии, которые я предъявлял бы лично человеку, который объявляет себя главой государства и незаконно пользуется этим статусом. Об этом мы уже говорили неоднократно, но пусть был бы даже этот статус приобретен незаконно, но действия были бы законные или направленные на пользу России. Нет, мы видим совершенно четко прослеживающуюся в течение многих лет линию на то, чтобы стереть грязной тряпкой всю русскую историю, полностью ее истребить и уничтожить. Когда нам говорят, что наша история началась в 1991 году, то есть после государственного переворота, следствием которого было разрушение страны, они не лгут. Их государственность, или точнее имитация государственности, начинается именно с этого года. Для нас, для русских людей, наша история начинается с незапамятных времен. Но русские себя осознали неким единством, начиная с принятия христианства. Может быть, несколько раньше были предпосылки к этому, но нет никаких сомнений, что именно христианство сплотило русских людей. И поэтому фильм «Викинг» – это отвратительная мерзость. И фильм «Матильда» по своему замыслу, который неоднократно объявлен, и по тем трейлерам, которые были опубликованы, тоже запредельная мерзость. Почему? Вот об этом мы поговорим. Очень часто недостатки политиков люди переносят на их мнение. Но мнение это может быть правильное, политик может быть плохой, мнение правильное. Это вовсе не делает политика праведным, потому что говорить он может одно, а делать он может другое. Но в данном случае противником фильма выступает Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, ставший более известной не своими решениями прокурора, а своей мультяшной внешностью и некой наивностью такой сельской девочки, которая вдруг залетела на высокий государственный пост и решает судьбы людей. Я не сомневаюсь, что как прокурор Наталья Поклонская совершила немало, мягко будем говорить, правонарушений и нарушений закона, потому что в этой корпорации иного ожидать и не приходится. Там вся деятельность является нарушением закона, основных конституционных норм. Без этого ни один прокурор работать не может. Поэтому и Поклонская, я абсолютно уверен, и не буду это доказывать и докапываться до этого, я абсолютно уверен, исходя из опыта моего общения с прокурорами, с теми решениями, которые они выносят, вся прокуратура просто прогнила до основания, до самого мелкого чиновника от самого прокурора Чайки. Поэтому здесь у меня нет никаких сомнений относительно личности Натальи Поклонской. Но то, что этот человек выброшен из корпорации и стал просто обычным человеком, ну, Поклонскую сослали в Государственную Думу, чтобы она не болталась под ногами, вдруг что-то полезное сделает, вдруг по закону начнет работать. Но поскольку в ней осталась вот какая-то крупица человечности, вот эта крупица и проросла, когда корпоративный дух тотальной преступности снят. И эта крупица выразилась в
некой интуитивной любви к последнему императору, к Николаю II, и в выступлении против клеветнического подлого фильма Алексея Учителя «Матильда». Матильда, как известно, это Матильда Кшесинская, балерина, якобы у Николая II был какой-то там роман в юные годы. Ну почему снимают фильм не о том, кем был Николай II, что он значит для нашей истории, а снимают фильм, превращающий его биографию в какой-то бульварный романчик. Для того, чтобы десакрализировать вообще всю русскую историю и фигуру любого российского императора. Это заказ, политический заказ. Я не буду касаться каких-то там художественных моментов, потому что я и не собираюсь смотреть. Я готов посмотреть фильм «Матильда» только в одном случае. Если режиссер и вся творческая группа, которая этим безобразием занималась, согласятся, что по итогам я могу сложить такое мнение, что всю эту группу надо на какой-нибудь крупной площади повесить в рядок. Вот это единственная причина, почему я могу посмотреть этот фильм. В остальном вся его подноготная, она уже вся вылезла наружу, и мы видим, что это политический заказ, русофобский политический заказ, исходящий непосредственно от верхов олигархического режима, лично от Владимира Путина. Поэтому я никогда не смотрю выступления Владимира Путина, потому что я заведомо знаю, что в них содержится. Поэтому я не буду смотреть фильм «Матильда», потому что я знаю, что в нем содержится. Предварительная информация полностью вскрыла замысел. И вот каков их замысел, как я уже сказал, стереть грязной тряпкой всю русскую историю до большевиков. Большевиков тоже они стирают, но так потихонечку и незаметно, для того, чтобы все-таки сохранить какие-то основания для легитимности этого режима. Но ведь они получили свою власть от большевиков, собственно, большевики устроили, вот эти наследники большевиков, коммунистов, устроили государственный переворот 91-го года. Поэтому вот эту линию им надо еще сохранить. Поэтому, ну не так уж они стремительно стирают, ну все русское из советской истории они, конечно, стирают. И об этом мы еще поговорим. Но в данном случае они стремятся к тому, чтобы закрыть и стереть всю историю до февраля 17 года. Поэтому Николай II остается действующей политической фигурой, против которой предпринимаются постоянные провокации, против которой распространяется клевета. И я лично сужу об интеллектуальных и моральных качествах любой личности по отношению к Николаю II. Если человек ничего не знает и распространяет клевету, значит он дурак. Если он знает что-то и распространяет клевету, он подонок. В обоих этих случаях с человеком общаться либо невозможно, либо только в рамках просветительских, то есть ему сообщать то, что он не знает. Если он не знает и действительно заблуждается, и заблуждающегося человека можно как бы из состояния его заблуждения перевести в состояние знания, когда он понимает, что значил Николай II и что он значит теперь в нашей истории. Алексей Учитель и Владимир Путин совместными усилиями стараются дискредитировать эту историческую личность и эту сакральную личность, которая объявлена русской зарубежной церковью великомучеником, а московской патриархией страстотерцем, то есть святым. Святым. Разные категории святости есть, хотя это не вполне понятно для обывателя, но тем не менее это так. Николай II для православных людей является святым. И это не решение не просто какая-то вкусовщина, это решение фундаментальное. И без понимания этого решения, конечно, человек не может считать себя православным. Если среди православных людей встречается мнение о том, что Николай II слабый царь, да он там блудил, да он вообще курил, вы представляете? Ну какой же он тогда святой? Это полное непонимание православия, полное непонимание принципа святости, что вообще есть святое для православного человека. Но это значит, что православие только имитационное. Любой православный человек, утверждаю я, если он не понимает, что такое святость, если он не понимает личности Николая II для русской православной церкви, он и не православный. Он просто считает себя православным или пытается быть православным, но он не православный. Он не решил для себя фундаментальных проблем бытия и не знает фундаментальных основ русской православной веры.
Не только фильм «Матильда» призван дискредитировать русскую историю. У нас есть целое явление, которое продолжается уже многие годы и называется «Михалковщина». После своих «Утомленных солнцем» или даже после «Цирюльника», «Сибирский цирюльник», если вы помните, у этого человека наступило полное творческое затмение. То есть он ничего не понимает ни в кинематографе, ни тем более в русской истории. Вот эта конфетная, отвратительно конфетная картина «Сибирский цирюльник», я ее не смотрел, потому что мне тоже заведомо было отвратительно, когда была премьера. Я через несколько лет посмотрел, ну, из любопытства, когда уже схлынула эта ажиотация, абсолютно бездарный фильм. Кривляющиеся актеры, этот Меньшиков, который, ну, совершенно несостоятелен ни как актер, ни как режиссер. Лубочная история, лубочное изготовление какого-то патриотизма. Глупость про какого-то сибирского цирюльника, который там изготовил машину, стригущую тайгу. Чушь собачья, понимаете? Чушь собачья и бульварщина. Да, снята хорошей камерой, отличные операторы, все замечательно. Сценарий нулевой, режиссура нулевая, актеры нулевые. Но все это спонсируется опять же сверху. Опять путинщина смыкается с Михалковщиной и ее порождает. Ну а Михалковщина оправдывает путинщину. Следующие все фильмы с этим сибирским цирюльником, с цитаделью, это тоже клевета на русскую историю. Тоже клевета, потому что все русское показано в отвратительном виде. В отвратительном виде. Русская армия, та, которая называлась Красной армией во время Великой Отечественной войны, она была русской, она была по факту русской, когда стала побеждать. Советская армия, сталинская армия погибла, полностью была разгромлена у границ в самом начале войны. А воевала русская армия, по-русски, русские генералы, русские офицеры, русские солдаты. Все это в фильме показано омерзительно. Омерзительные рожи 40-летних алкоголиков, хотя армия была молодой. Ну, молодая была нация, поэтому и на войну шли молодые люди в подавляющем большинстве. Михалков же с удовольствием показывает рожи алкоголиков. Не знаю, откуда он набрал такое количество мерзких физиономий. И вся фабула фильма заключается в какой-то тоже бульварщине и по щучьему велению, без всяких причин, атака на цитадель, укрепленную бетонную крепость с палками заканчивается тем, что вся эта цитадель самопроизвольно взрывается. Вот мы так захотели, режиссер так захотел, и целое огромное сооружение, все взрывается само по себе, чего в принципе никогда не было и быть не могло. Как не было и быть не могло никакой атаки с палками, которая полностью выдумана, весь сюжет, абсолютная развесистая клюква. Сколько заработал этот фильм в прокате? Нисколько. Но нам его навязывают через телевизионный эфир, постоянно привязывая этот фильм к Великой Отечественной войне, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Можно сколько угодно умничать в Бесогоне, в телевизионной передаче, которую ведет Никита Михалков. Иногда он произносит умные и патриотические мысли. Но это вовсе не оправдывает его полной несостоятельности. И как режиссера, как автора фильмов последних лет, как производителя лубочной информации о Российской империи, он показывает такую империю, какой никогда не было. Это просто его воображение. Это его впечатление от какой-то литературы, совершенно неправильно им понятой. У него полностью отсутствует историческая информация, полностью отсутствует полнота информации. Он абсолютно не понимает трагедии Российской империи, которая на взлете, на пике своего могущества была уничтожена большевиками. Об этом он не в состоянии снять никакой фильм. Он продолжает умничать, продолжает за государственный счет снимать абсолютно бездарные фильмы. И еще раз повторю, Михалковщина подкрепляет путинщину, а путинщина Михалковщину. Это две стороны одной медали. Следующее явление я бы назвал таким колченогим немного словом — Бондарчуковщина. Позор для Бондарчука-старшего — все то, что делает Бондарчук-младший. Это та же самая Михалковщина, но поколением помоложе. Точно такая же дискредитация всего, что есть русского в России. Фильм «Девятая рота» – отвратительная ложь на
советскую армию, в которой было много русского. Там много было советского. Но здесь все было снято по лекалам американским. Вот американская армия может быть такой. И по фильмам, которые выпускаются американцами, американская армия именно такая. Это полная несостоятельность во всем и неизвестно откуда взявшийся героизм. Вот героизм без всяких на то оснований. Разложившиеся отвратительные мерзостные личности превращаются в героев на поле боя. Причем память о 9-й роте, которая погибла в Афганистане, дискредитирована. То есть показаны прототипы советских солдат, которых никогда не могло быть просто в принципе. Показаны отвратительные сексуальные оргии в казармах, показано совершенно мерзостное отношение между людьми, которого никогда, абсолютно никогда не было. Были другие стороны, негативные стороны в советской армии. Я бы об этом мог достаточно много рассказать, потому что я сам из военной семьи и проработал на военном полигоне как ученый достаточно долго и общался с солдатами и офицерами, которые воевали в афганской войне. Я много чего мог бы рассказать, но я заявляю, что ничего общего фильм «Девятая рота» с русской историей, с русскими людьми, с советской армией, с русской армией не имеет. Это подлая клевета. Да, снятая, где много взрывов, много стрельбы, много огня, перекошенные лица. Все это как-то привычно стало на фоне американских фильмов. Вот эту американщину нам впихивают в мозги. Еще раз подчеркну, ничего общего с действительностью этот фильм не имеет. Ни в деталях, ни в целом, в общем, ни в прототипах, ни в исходном сюжете, который был на самом деле. Наконец, последний фильм, я тоже не смотрел его во время премьеры, потому что знаю, кто такой Бондарчук, иногда попадается его физиономия на экране телевизора, гонит он абсолютную чушь, весь его образ, это образ какого-то американского недоноска, а не русского человека, ничего русского там нет, от своего отца он не унаследовал ровным счетом ничего, ни таланта, ни патриотизма, ничего. И вот этот последний фильм, не помню, кажется, «Пришелец» называется, или «Пришельцы», в общем, полная ерунда. И снова клевета теперь уже на русский народ, живущий сегодня. Фантастическая ситуация, прилетают инопланетяне, а здесь на Земле живут одни дебилы, просто одни дебилы. Военные одни дебилы просто сбивают там этот космический корабль, просто берут и сбивают, без всяких разговоров, без разбирательств. Все правоохранительные органы, государственные органы, все дебилы. Ничего не понимают, ничего не в состоянии понять, и только такими их можно представить. Ну, наверное, Бондарчук знает, он с ними общается, он на них деньги получает, поэтому представляет их именно в такой форме, в какой они сегодня существуют. Правда жизни? Да нет, конечно, ничего общего с правдой жизни это не имеет, потому что она не вскрывается, ни причин не вскрывается, ни истоков вот этой полной, полнейшей деградации аппарата управления, правоохранителей, армии российской. Это вроде все фантастика, это какое-то будущее, когда все действительно деградирует, а сейчас, наверное, все нормально. Но самое главное, это, конечно, полностью деградированный народ. Что такое молодежь в представлении Бондарчука? Это дебилы, которые бегают постоянно и везде, запасаются битами бейсбольными. И этих бит хранится у них там просто море. Кто такие русские солдаты, или там военные, или правоохранители? Это какие-то живодеры и снова дебилы. Военный человек опять Меньшиков играет абсолютно бездарно. Человека, который никогда не служил, вообще не знает, что такое прямая спина, что такое военная походка, что такое военная выправка. Играет военного, полного дебила. Главная героиня, ну какой образ создает русской девушки? Ну какая-то, я не знаю точного значения этого слова, но вот оно ругательно. Какая-то шалава, которая изъясняется криминальным языком, беспрерывно хамит. Вот образ, который создается для героя современности или ближайшего будущего. Мерзкие главные персонажи, отвратительные государственные чиновники, тупые и абсолютно бездарные военные. И светоч всего это какой-то инопланетянин. Вот единственный человек среди абсолютно деградированного общества, который говорит по-русски и имитирует якобы состояние русского общества. Да, еще там есть
все остальные, вот кроме военных, правоохранителей и чиновников, все остальные просто терпилы, пенсионеры, которые ничего не могут, ничего не знают. Взрослых людей в этом фильме просто нет. Есть дебилы в погонах и есть молодняк с битами. Больше ничего не существует. Нет русского общества, нет российского общества, нет государства, нет ничего, нет. О чем фильм? О чем фильм? Да ни о чем. Вот ни о чем они снимают за государственный счет и считают, что это какое-то продвижение. Какой идеи продвижения фильм «Матильда»? Никакой идеи, кроме как нахамить и наподличить, нагадить прямо в душу русскому человеку. Ну, если там что-то осталось русское. Какие фильмы, какие идеи преследуют фильмы Михалкова? Ну, вот эти вот его собственные психические расстройства, вот его собственные представления о том, что такое была русская история. Он ее не знает, но он так мыслит, он так видит. Ну да, на «Черный квадрат» тоже дураки пялятся, считают, что это произведение искусства. Вот нет, это не произведение искусства. Ни Михалковщина, ни путинщина, ни бондарчуковщина. Нет. Есть еще один автор, который тоже клеветнический фильм на русскую историю представил, и он тоже прокатился, и прокатилась критика этого фильма. Абсолютно не соответствующий истории фильм Лунгина «Царь». Ну, мы прекрасно знаем, что это грубая, мерзостная карикатура на нашу историю и на одного из величайших государей в истории не только России, но и в европейской, может быть, и мировой истории. Это был в какой-то степени философ на троне. Вот аналог Марка Аврелия, только в русской истории. И об этом царе еще не снят тот фильм, который действительно бы открыл его как личность, как государственного деятеля и как мыслителя. Ничего этого не сделано. Собраны все анекдоты, какие можно наскрести на страницах псевдоисторической литературы, и в карикатурной форме, карикатурно играющих артистов, представлена личность, которая имеет совершенно другой исторический фон, совершенно иная по содержанию, то есть полное вранье. Про Лунгина стали с придыханием говорить после фильма «Остров». Но потом выяснилось, что он хотел снять карикатуру на русский монастырь, на русскую духовность, на русских монахов. Он собрал по крупицам вот все эти сведения, которые у него были, и создал этот фильм. Он его создавал как карикатуру. А оказалось, что для русского человека то, что для еврея карикатура, ну не для еврея, может быть, для иудея, карикатура, то для русского православного человека есть часть его души. Именно за это, за то, что создана карикатура, Берл Лазар пожал ручку Лунгину. В их глазах, которые смотрят на мир совершенно иначе, чем русские люди, все это карикатура. Надо правильно понимать задачи этих людей. Они не всегда могут их решить, но стремятся. Они стремятся испортить все, до чего касаются. Они не создают ничего прекрасного, потому что они находятся вне контекста русской культуры. Они не русские, культурно не русские, просто русскоговорящие люди. Поэтому они и создают русскоговорящие фильмы, подделки под русскую культуру, под русский кинематограф. Они не русские, и их творчество носит антирусский характер. Завершая, я напомню, что перед крахом Советской империи был выпущен на экраны, разошелся широко фильм Лема Климова «Агония». И там тоже в совершенно лживой форме была представлена личность Николая II. И представляя трагедию русской истории как агонию предшествующих политических режимов, вот этот так называемый режиссер, в чем-то талантливый даже, просто он экранизировал ложь, сообщил нам об агонии действующего на тот момент политического режима. И я считаю, что выход в свет фильма «Матильда», неотвратимый уже, будет означать агонию путинщины, агонию путинского политического режима, русофобского, русоненавистнического, антироссийского, антигосударственного во всех отношениях. Поэтому мы так и должны относиться к этим фильмам, к «Михалковщине», к фильму «Учителя», к фильмам Бондарчука, к фильмам Лунгина, как к деятельности, направленной против нас,
как к деятельности врагов российской государственности и русского народа. Они хотят стереть нашу историю, хотят, чтобы наша государственность агонизировала, чтобы наш народ умер. Но пожнут они свою собственную духовную смерть и свою собственную полную творческую деградацию, которую мы своей живой душой должны видеть и должны понимать, что спасти свою душу мы можем только спасая свое отечество и свой народ.